Ты чего? Ничего. А пельмени откуда? Ниоткуда! Ты чей? Ничей. Ага, попался. Сейчас я из тебя пельмешек наделаю. Гад! Вы что, ребята, вы что? Пусти! Больно! Осатанели, что ли? Дай ему спирт, отдай! Гад, отдай! Я дам! Ну ладно, батька вам покажет, как по чужим амбарам лазить. Вор, попрошайка! Попрошайка, вор! Подружка твоя? Какая подружка? Самые враги мои соломенные. Рвота рыжая! Это кто? А, так, живет. Папань в лесу подобрал, околевшую, на чертовой гриве. Ешь. Хорошие пельмешки, соломенские. Чего ей? Не бойся. Я ж тебе говорил. Живет. Ты что ж воруешь? А, у них полно всего, богатые. Пельмени эти мешками в лабазе висят. Так я иной раз до полтысячи натаскаю за ночь. Не стыдно? А сам-то кто? Из тюрьмы бежал? Каторжник? Чего взял? Сразу видно, то забу хоть порол. А твои где? Мать утопла, отец в тайге дорогу рубит. Какую дорогу? Куда дорога-то? На звезду идет. На какую звезду? А, он и сам не знает, которая ярче. Самый лучший охотник на всю тайгу был. А теперь все позабросил. Одна дорога на уме. Один рубит. Один. Непутевый он у меня. Ну, устюжанины все такие. Нам уж, что в голову втемяшится, колом не вышибешь. Афоня, твоя великая охотник, твоя справедливый охотник. Вот Сахан-то знает. Афоня, Федька, сколько соболей стрелял. Белка стрелял. Куница застреляла, соломить, все забирай. Ничего не давай. Федька, голодом помирай. Он бестолковый, это ж не Афоня. Сколько раз отец тебе говорил. Сам виноват, он за тебя больше заступаться не будет. Погоди, Колька, в чем дело? Он всегда так, за водку всех соболей отдаст, а потом плачет, назад просит. Твоя хороший человек, ну, спасай, Федька. Ну, да погоди ты. Да не ходи ты к Соломинам, не ходи. Отца лучше подожди. Подожди! Ну, это мы еще посмотрим. Или ружье возьми! Здорово. Ты, что ли, хозяин? Ну, я. Человека вы обидели крепко. Вернуть бы надо шкурки. Соболей отдать человеку. Это кто ж человек-то? Он? А что, сынки, можете отдать, а?
Сейчас отдадим. Да ты не боись. Ну что стоишь, бери шкурки. Ничего не надо, Федьку. Вась, заходи справа. Не подходи. У меня бомба. А ну сейчас же отдайте шкурки. Вась. Вы меня еще не знаете. Я себя подорву. И вас здесь всех разнесу. Я такой. Петь, не мелочись. Эх, иди, бери свои шкуры. А парочку-то, однако, отдай. Водку-то пил все-таки? Моя! Родион, я сейчас вернусь! А ты куда можешь, сырая? Родион, я мигом! Держи его! Три раза прыгала на меня, стерва. Полушубок попортила. Дядь, в село сходить надо. Чего я там не видал? Там беглый каторжник. Он шкурки у Рафея отобрал. На Петьку самоеда заступился. Соломина придушить его хотел. Такие могут, а что за человек? Неизвестный. Хороший человек. Хороший. Пусть живет. Порешат они его. Пусть порешат. Папаня, он село же спалить все может. Пропади оно пропадом, ваше село. Прорубиться бы отсюда поскорей! Это сестрички жалеют, плачут. Это же дерево. У дерева. Оно тоже живое. По-живому ходим. Живое рубим. Папань. Живым живем. Что-то меня в жар так кидает. Чего это у тебя? Цепь. 4 годика на ней отсидел, как Тамаза Кампанелла. Да, имечко. Конокрад, али и цыган. А? Ученый в Италии жил. Прекрасный город мечты хотел построить. Город солнца. За него, можно сказать, жизни не щадил. Ручонки-то у меня совсем заходятся. Отбили, видать. За дедом посылать надо. А чё посылать? Тут я. А ты сюда не входи.
подожди здесь. Ты, что ли, вечный ты? Кличут так. А ты зачем сюда пришел? Кто тебя звал? Затвори дверь. Мишка-то соображает. Ничего не соображает. В спячке он. Ну как, дед? Отдашь мне Топтыгина? Ты его споишь. А неужто для животного стакан пожалею после работы? Налью, не откажется. Побьемся, а? Смотри, Афоня, прямиком на чертову гриву дорогу ведешь. Захотелось. Сейчас угощу. Вот тебе ягодки, вот грибочки, а теперь огурчиками закусим. Хочешь еще пельмешек? Давай. Дам я тебе пельмешек, только с условием. Пробежишь вокруг колодца голышом 3 раза туда и обратно. Слабо? Слабо!
Ну, не могу я, Коля, тебя с собой взять. Не на ярмарку еду. Ты думаешь, я кто? Уголовник, вор, бродяжка? Нет, Коля. Я боевик. Революционер, боевик. У меня руки золотые. Оружие, наганы, бомбы, любой системы вот этими вот руками могу. За это в одиночке на цепи, как звери держали. А ты думаешь, моим товарищам легко было вот этот побег устраивать? Соображаешь? Руки! 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 Игрушки, что ли, начал за место бомб-то делать? Похудел-то на вольных хлебах. Подержи-ка, мальчик. А мне, к примеру, Климентов, даже и глядеть-то на тебя жалко. Колька, давай, дуй к ветроходу. А ты? Пусти-ка! Проселся тут. Устал? Сафон Мартынович. Девятые сутки, Родион Игнатьевич, по тайге да по буреломам за вами гонимся. А здоровье-то уж... не то, что прежде. Терпи с минуту. Тяжело в болезни. Легко в гробу. Теперь уж, видать, не миновать по грехам-то нашим. Ого! Да. Попробуй-ка моего колобка. Сафон Мартыныч. Оп! Ложись! Thank you.
Останови! Стой! За правду страдать надо, Коля. Дороже всего людям правда обходится. Помни, Кампанелло погиб за мечту, за правду. Товарищи мои гибнут по тюрьмам за правду. Много еще хороших людей положат за нее свои головы. Помни, время придет. Оно будет прекрасно. И здесь, в этих болотах, вырастут сказочные города солнца. Ты только верь. Верь, жди, а? Носи и помни. Пусти, гад! Пусти! Пусти! Трогай! Ну! Верь, Коля! Жди! Какого ты там лазаешь? Лежу! Ворча покажется! Болото на тысячи верст. Ох, проклятая земля.
Что стряслось? И спить бы. Что стряслось? Все. Вниз дорога теперь еще заказана. Где меха? А ну дыхни! Гады пропили да меха. Говорят тебе революция. Голытьба гуляет. Грабеж, убийство. Скажи спасибо. Живые вернулись. А это что? А это мы разжились, чем смогли. Что успели. Куда, сестрица? Пусти, Спирь. Куда? Пусти. Не. Нече. Тебе шелупонью. По кустам тискаться. Что? Ну-ка! Я тебе ягодку дам. Не, сам угощать буду. Сладкая ягодка, спелая. Скучаешь по мне? Гоша! Скучаешь? Скучаешь. Нет, Гоша, мне без тебя жизни. Гоша! Ну где тебя нечистый носит? Нет, мне больше без тебя жизни. Иди сюда. Thank you.
Че нового в деревне-то? А, ничего, наши вернулись. А что так быстро? Какая-то революция. Как? Ага. И царя сбросили. Батя! Народ российский на дыбки поднялся! Где тебя леший носит? Да царя скинули! Слышь, народ бунтует! Бери топор и руби! Ну теперь, это... Ну теперь... Ну теперь... Ну, теперь мы вас к ногтю прижмем. Хватит. Теперь ча наш верх будет. Сколько вы нас душили? Сколько давили? К ногтю вас. К ногтю. К ногтю? Не по рылу каравай. Ну-ну, потише. А то передумаю. В девках останешься. Хватит. За Фильку Соломина замуж пойду. Чего? От того. Они хоть деревни самые бедные, да не вредные. Иди, иди! Солома рыжая! И чтоб ноги твоей здесь не было! А то ненароком гнездо скосишь. А я скажу, так что? Гнездо скосишь, птаха улетит, птаха улетит, петь не будет, а петь не будет, работать тошно. Филька! Оглох, что ли? Тебя девка кличет. Да пошла она, караваешь, не по рылу, а играть с собой не дозволю. Иди сюда. Чего? Да иди, говорю. Ты мать! Несуся! Это что же, сватов прикажешь засылать, Анастасия Ерофеевна? Засылай, дядя Ермолай. Филька! Слыхал, а? Настя, ласка, поговорим. Об чем? Слазь, говорю. Вот еще. Филя, садика. Филя, качай. Сам качай.
Шибче. Наська, ты меня знаешь. Ну так я. Сдуру набрехал. Наська, ну прости. Настя. Пошел. Подожди, смотри. Ах ты так, сучка. А ежели я тебя позорю? Ой. А я тебя позорю. Встану сейчас на коленки перед воротами. И буду стоять. И вставай. И встану. И вставай. И встану. Кольжа, орех, хочешь? Где цветочек тот прикрасный? Все равно ты меня любишь, а не его! Да я и думать-то про тебя забыла. Филя, иди сюда. Качая. Ну, шибче, шибче качай. Как Ермош сватаешь? Свадьба. Вон какая свадьба. Ишь, красивая свадьба. Батя, возьми меня с собой. Ну, батя. Иди. Ермоха! Марфа! К богатеям подмазываешься! Ну, наш Филька женится на Настя. Не трону я тебя. Не трону.
сердечко. Ломит. Ну, вот что, родимый, Наське тебе не видать. Бери любую лодку и поезжай куда хошь. Там тебе и революция, там тебе и твой город солнце. Никуда я без Наськи не поеду. Испугались революции-то? Испугались. Скоро вас всех укоротят. А Наська со мной поедет. Увезу я ее. Увезу. Держи его, Спиря! Держи его! Держи, держи! Вася! Вася! Ну я же... Ну я же не хотел, Вася! Вась! Вась, ну я же не хотел! Опа! Хрен поймаешь! Ну, будет, будет. Петь, 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 погоди, Петь. Вась, Вась, подожди, дай мне шварфнуть, подожди. Отойди. Только не до смерти, не до смерти, сынок. Ладно, легонько. Thank you.
Не подходи. Убью. Все пушки, пушки грохотали, трещал наш пулемет. Бандиты отступали, мы смеялись.
пушки грохотали, трещал наш пулемет. Бандиты отступали, мы смело шли вперед. Ну вот твоя родина, сынок. Хорошего, конечно, мало. Но лучше ее все одно не найти. Настало время, братья, всех палачей казнить! Не признали? В дерьмо, влип. Ну что, хреново стреляете-то? Разучились! Пугали пока. Че пугали-то? Пугали! Время такое. Мало ли людей по тайге шастает. Пожаловал! Пожаловал! А Наська-то где? Здрасте, родственнички! Низкий поклон вам за то, что отделали вы меня тогда и выкинули из деревни. Через это с хорошими людьми встретился. Да, уму-разуму набрался. А теперь че? Вот. Ваш внук, мой сын, Алексей Устюжанин. Вот приехали к вам. Новую жизнь строить. Ну-ка! А Наська-то где? Где Наська? Наська погибла в революционной буре. А ну-ка домой. Домой. Домой, домой. Трудная земля наша Сибирь. Все это правильно. Трудная, но не бедная. Вот журнал. В нем все написано и сфотографировано, что есть в нашей земле. Ученые определили, что глубоко в земле и под болотами скрываются главные богатства Сибири. Нефть, газ, металлы, руда, золото и так далее. Решено начать эксплуатацию этих болот. Вот тут вы видите английский бурильный станок, купленный в Англии на золото. Так его установят возле нашей Гелани и начнут качать из-под земли. Чего? А все, что имеется, до дна. А когда мы потом провалимся? Вы чего ржете? Чего? Слыхал, сказал, до дна. А на чем крестьяну мне тогда держаться? Вот хорошие выкачают, а дерьмо останется. Вот наем и держись. Граждане, мужики, вырвать богатство Сибири – наша цель и задача. Потому объявляю завтра с утра. Начнем рубить дорогу через болото, задача трудная, но почетная. По той дороге через болото потащим буровой станок, чтобы он как можно скорее стал качать из-под земли на благо всего советского народа. Ну, вопросы есть, нет? Прошу поднять руки. Кто за, кто против? Кто за? Руки! Нет, может, кому что непонятно. Так прошу задавать, не стесняться. А куда дорогу-то рубить? Дорогу, которой мой родитель вел, знаешь? Да как не знать-то? Так вот, ту дорогу дальше поведем. Так ведь она
На чертову гриву ведет. Она не только на чертову, она еще и дальше ведет. Дуреет там на чертовой-то. Память отшибает. Мы не пойдем. Ну что ж, что не ходили. А мы, если надо, пойдем. Я за. Единогласно. Благодарю вас, товарищи мужики, за революционную сознательность. Начнем завтра, с утра. Ты что, теперь? Поговорить надо. Ничего, при нем можно. Хочу спросить, какой такой героической смертью погибла Настя? Алексей, выйди. Сожгли ее под Аргунском, белоказаки. В плен с лазаретом попала. Облили спиртом на морозе, подожгли. Факелом вспыхнула. Настику, я тебе ни в жизнь не прощу. Черный ворон, что ж ты вьешься? Смотри, завтра на работу не проспи. Пыш-пыш, залетела туда. А лягушка нагишом поскакала. Ну что, Спиря, отлыниваешь от общего труда? Так, Вольша. Неужто на чертову гриву боишься рубиться? Мы с Артешей ничего не боимся, просто не желаем. Ну, кончай, Спиря, шутить. Гляди, народ собрался. Одного тебя ждем. А мы не шутим, Кольша, не пойдем на гиблое место, и все тут, да? Значит, не пойдешь. Мы люди вольные, да, Артешеньки? Значит, не хочешь выполнять указания товарища Сталина? Светлое будущее со всем народом строить. Укреплять советскую власть. А мы с Артешей на твою советскую власть знаешь, что положили? Верно, Артеша? Пусти! Алёха. Да он про советскую власть высказывается! Да его к стенке, контру! Племяш. Здорово. Ну что, Спиридон Рафеевич, я тебя арестовываю. Именем советской власти, правильно? А чего? Правильно. И отправляй в город. Давно пора. Кулачьё! Там тебе... Все объяснят. А тебя, Ерофей Павлович, прошу со мной выйти. Слушаюсь. Говорил вам, Васенька, уходить надо. Леха, останешься с арестованным. Гляди, чтоб не баловал. Ну, племяш.
Ну, не стыдно, Ерофей Павлович. Опять хантов грабишь. Ну, стыдно. Ну, конечно, есть кое-что и от хантов. Ну, ты-то и есть грабеж. Леса и недра теперь принадлежат народу. И распоряжаться ими может только советская власть. О, еще нашел! Не для коммуны! Для коммуны! Для коммуны! Мать, думаешь, от тифа умерла? Убили. Леша, иди ко мне. Леша. Я теперь иду. Буду стрелять. Стреляй, Лешка. Стреляй. Ну, папань! Стреляй, Илюха! Папанька! Ну, а в лес по ягоды или по грибы ходить можно? Пока можно. Ну, слава богу, значит, прокормимся. Во! И шо? Папанька! Чего? Все, все, собрался. Че? Не. Спирка. Че? Налей вина, а? А. Спиряй. Папанька! Уйди. Черный ворон, что ж ты вьешься, а надо моею головой. Ты а ничего. Добычи. Вы меня тогда по реке спустили, а через это человеком стал. Прокатись и ты. Черный ворон, я. Еще спасибо скажешь. Эх, что ж ты, кукти, Ольша, распущаешь? Не в ту сторону ломишь. Эх, и надо моею головой. Впень головой, Коля. Или добычу себе чаешь, черный ворон, я не твой. Смотри, чтоб не убег. Довезу. Ну, дорога-то длинная. Трое суток не спать. Он знает, как я стреляю. Спасибо вам всем. Кланяюсь низко. А, ничего.
Ну где твоя чертова грива-то? А? Где грива-то? Скоро, Алёха, скоро. Нет, ты мне скажи, куда мы идем? На север, а на юг? Я академиев не кончал. А куда идти без тебя знаю. Папань, а если сейчас домой? А чё ж мы народу скажем? Скажем, были, видели. Ну, а дальше что? Дальше сгоняем сюда несознательную массу и начинаем рубиться. Куда? Куда, папань? Вперед! Как в песне. Нет, я врать не могу. Самолично. До конца должен пройти. Ну ты иди, а я не пойду. Пойдешь. Не. Пойдешь. Тогда я без тебя пойду. Лёха, я ушел. Чё, папань? Не пробьемся мы, Алёха, к болоту, к чертовой гриве. И зачем я на себя столько взял? Лазарет меня контуженного.
папа. Ну, подумаешь, контузила. Отойдешь. А может, прорвемся, Алёха, а? Прорвемся, а, Алёха? Да ясное дело, папаня. Конечно, прорвемся. Зря я Спиридона арестовал. Зря. Ведь он насчет Гривы-то упреждал. Так и вышло. Ведь упреждал? Должны прорубиться, должны. Обратно пути нет. Папаня. Папань. Ну? Ну, что ты переживаешь-то? Посадил и посадил. Посидит, не развалится, не сахарный. Думаешь, легко это? Прикладом-то в спину. Папань, поехали отсюда в город, я в детдом обратно хочу. Картошки сварить, что ли? Папань!
Бабанька убил? Вертайся, Лёшка. Слышь, Миша? Ну, что тебе? Пойди домам шастать. А? С нами будешь? Мы тебя не бросим. Я еще доберусь до тебя! Бери его. О, боюсь. Бояться будешь, когда выходим, дура. Ой, что это? Так.
принцессу преднюю весть, и святошевника жена. Дед! А, дед! А я тебя знаю. Ты это... Вечный дед. Поешь, чем Бог послал. Дед! А дед? А Илань-то ваш стоит? Не провалилась еще. А тебе кто в ей в Елане-то нужен? Соломины нужны, дед. Соломин их много. Тебе который из них? Спиридон. Сидит, Спиря. Сидит, Спиря, Соломин. Как сидит? Шестой годок. За отца твоего Николая Афанасьевича искупат. А я тебя, Алёшка, сразу признал. Из детдома сбежал. Сколько ему за папань-то дали? 10 сумков, 5 пургам. А где отбывает? Дальше Сибири не сошлют. А, все одна не уйдет. Дождусь, достану. Как облудный сын тихо качал. Чего уставился? И пришедший преднюю вещь, и свет... Чего? А ты бы остался. На родине поживешь, вдвое силы прибавишь. Да ты что, дед, чокнулся? Чтобы я, Леха Устюжанин, свою солнечную юность сгноил в твоих болотах? Куда идешь, ну, Бакедова. Может, встретимся, если не загнешься. В Елане живешь? Чего? Я говорю, в Елане живешь-то. Ага.
А я 5000 километров сюда. Пёр. Лебеди. Гуси. Гуси-гуси. Гуси. Ну, еще и Сочи, потом это Туапсе. Нет, Черное море – это вещь. По вечерам рестораны, музыка, женщины, танго. Чего? Танго, танец такой называется. Ты хоть танцевать-то умеешь? Хочешь, научу? Ну-ка, иди сюда. Да ты поближе подойди-то. Да еще поближе, я ж тебя обнять должен. А ты меня вот так. Это не танго. Ну, я-то знаю, что танго. Не танго. Не танго. Нет, не танго. Не танго. Нет, не танго. Не танго, не танго. Не танго, нет, не танго, не танго, не танго. Метелка-то деревенская. Ладно, учи. Я знаю, что это танго. Чего цепляешься-то? Чего цепляешься-то? Это что, танец? Нежно с морем прощала, в этот час ты признала. Как вам известно, 22 июня фашистская Германия напала на Советский Союз. Чего? Кто? Кто напал? Когда? Так уж били немца-то! У вас что? И радио нет? Детектор у меня есть. Только он не работает. Мы ж на краю света живем. Война. Третью неделю война. Ну, запиши. Запиши, а. Ты же несовершеннолетний.
Ты глаза-то разуй. У меня же день рождения. Ну вот, скоро. Ну ты давай, записывай! Проходи. Эх, дети, дети.